Путін підписав закон про рекордний військовий бюджет Росії на 20, ну, на наступні 24-26 рік. І от тут витрати на армію та ВПК вперше радянських часів складуть третину всіх витрат країни. Мова йде про 10,7 трильйонів рублів, це 120 мільярдів доларів. З одного боку, що ми чуємо там? Путін, Лавров, вони на офіційних майданчиках говорять про те, що там готові до якогось перемовного треку. З іншого боку, ось таке фінансування на ВПК йде. До чого готується Росія з огляду на от ці цифри виділення таких коштів? Ну і відповідно, до чого готуватися нам наступного року? У росіян більше 10 тисяч кілометрів границь. И сейчас разгорающиеся такие точечные, горячие, уже в горячем состоянии противостояния вдоль практически границ России. Вопрос сейчас закрывается по горячим, так сказать, следам противостояния между Арменией и Азербайджаном. Даст Бог, они подпишут мирный договор и решат вопрос по восстановлению госграницы Азербайджана и Армении в том числе. Но, тем не менее, вопрос по Кавказу как горячей точке не снимается. Северный Кавказ может загореться. Есть вопросы, связанные со Средней Азией. До сих пор там напряжение не снято. Также с Казахстаном и с Дальним Востоком. То есть вопрос может возникнуть, горячая точка, в районе Северной Кореи, Северная, Южная Корея. Они также могут загореться в ближайшее время, плюс разворачиваются некоторые моменты, в таком может развернуться некоторые моменты, тоже в горячем состоянии, война на Ближнем Востоке. То есть будут введены в орбиту уже и иранские вооруженные силы, а это значит американские тоже подключатся. То есть у россиян большая проблема впереди по всей линии фронта. Плюс они добавили себе несколько сот километров в границе со странами НАТО по северу, в районе Финляндии, это как минимум. И после вступления еще и Швеции, можно сказать, Балтийское море у них будет в НАТОвское, такое внутреннее море. Россияне там тоже как-то присутствуют, потому у них большие проблемы впереди с охраной, обороной госграниц. И им придется увеличивать бюджет, и вот этот бюджет как раз и показывает, что они уже готовятся к таким масштабным операциям по всей протяженности границы. Но действия россиян на данный момент в информационном поле говорят, что им для этого нужна определенная передышка, для того, чтобы подготовиться. Почему и выделяется? Почему мы слышим риторику о попытках заморозить наступательные действия на линии фронта у нас и выделение больше сотни, то есть выделение больше сотни миллиардов долларов в пересчете на военный бюджет в ближайшие годы. То есть вот эта подготовка есть, она такая масштабная, им надо время. Им надо как минимум 3, а так реально 5 лет для того, чтобы перезапуститься, выйти хотя бы на тот уровень боевой подготовки и количества боеприпасов, техники, обученных военнослужащих, который был у них полтора года назад, вернее, почти два года назад, перед широкомасштабным наступлением. То есть они очень сильно сейчас потратились, можно так сказать, в военном отношении. Им надо как минимум 5 лет этой такой безопасности, потому и, естественно, очень большие бюджеты для выполнения боевых задач. Вот это мы их действия сейчас и видим. В контексті, до чого готуватися нам на 2024 рік, хочу з вами обговорити заяву Арахамі, де він сказав про те, що Генштаб Збройних сил України зобов'язаний парламенту надати план війни, де було б чітко вказано, скільки потрібно людей, грошей, щоб воювати на наступний рік. Я думаю, ви чули це інтерв'ю, яке вже, власне, день поспіль розбирають на цитати, і там Арахамія сказав, мовляв, такого плану немає. Як ви, як людина військова, от сприймаєте такі слова, як це можна прокоментувати? При виконанні бойових задач допуск к тайні, починає тут ДСП для служебного пользования і вплоть до гостайни, є графа, то есть
все документы такого уровня, они расположены именно под таким секретом, они в секретной службе расположены под определенными графами, есть определенный допуск. Если у Арахами есть этот допуск, то ему покажут. Если у него этого допуска нет, никто ему ничего показывать не будет. Потому здесь нет места для каких-то политических действий. Все в армии, все расписано, все продокументировано, все расположено для выполнения именно боевых задач. Люди со стороны допускаться в армейскую кухню точно не будут. Это чревато потерей жизней наших военнослужащих, потому никто никуда без допуска не пустит. Потому здесь прямая отправка в секретную службу. Еще раз повторюсь, есть допуск у Арахами, он получит данные. Нет допуска, никто ему ничего не даст, что бы он ни говорил. Это уже другие, это не политика, это уже война. Политики свое слово сказали, они довели до войны, когда включилась армия. Если армия включилась, политики могут пойти покурить в сторонке, пока армия не закончит свое дело, не выйдет на госграницу, не уничтожит врага и не создаст условия для нормальной политической деятельности, демократических отношений внутри страны. Потому у Арахами, это, я так понимаю, просто это мастера, это ж политики, мастера художественного свиста. То есть это не для армии. И нет смысла, так сказать, с точки зрения военного обозревателя как-то проанализировать такие действия политиков. Их не должно быть. Переходимо знову до військових тем. Днями речник повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат сказав про те, що взимку Росія буде застосовувати дрони проти України в рази більше, ніж ракети. Дослівна цитата. «Потрібно готуватися до більшої інтенсивності обстрілів дронами. На мою думку, Росія зараз буде застосовувати дрони в рази більше, ніж ракети. Ми говоримо про шахіди, також про FPV-дрони, ланцети по всій лінії фронту», зазначив речник повітряних сил Збройних сил України. Росіяни заощаджують ракети, чи зрозуміли, що, власне, дрони для них ефективніші? І знову ж таки, от, власне, наскільки легко боротися з дронами, порівняно, якщо ми порівнюємо із ракетами, які запускає ворог? Після того, як Порошенко підписав Мінськ 1, Мінськ 2 і заморозив практично бойові дії, такого рода отношения дали возможность россиянам подготовиться практически 5 лет. Они без проблем готовились, 5-7 лет они без проблем готовились напасть на нашу страну. То есть третий заход, первый заход был на Крым, второй заход был на Донбасс, третий заход был на всю северо-восточную и юго-восточную и юг нашей страны. То есть это было время для подготовки, это как раз был увеличен бюджет, они за это время создали новые виды вооружений, начиная от стрелкового и заканчивая тех же кинжалов. То есть вот это время, которое было дано Порошенко и Меркель, то есть вот этой сладкой парочкой, они дали россиянам подготовиться. Они произвели больше 3000 ракет и начали выполнять то, что мы видели в прошлом году, широкомасштабные наступательные действия с участием, то есть применением этих ракет. И практически все ракеты были использованы. То есть больше 3000 ракет было использовано. Россияне производили их. Вот то, что они сейчас произвели, это до 1000 ракет у них есть. Но это даже не НЗ. Это не дошли до основного неприкосновенного запаса. Им для того, чтобы восстановить хотя бы НЗ, им надо еще примерно столько же ракет произвести. А это время. А потому у них сейчас идет режим такой накопления, то, что мы видим с лета этого года, накопление ракет, восстановление неприкосновенного запаса для того, чтобы российская армия могла как-то оперировать в режиме оборонительном. Это не наступательный запас, это оборонительный запас, который должен быть у любой армии неприкосновенным, потому НЗ называется. Это на случай непосредственной угрозы и проникновения на территорию страны.
потому они в этом режиме сейчас и находятся. В любой момент они могут организовать, допустим, атаку, то есть волну до сотни ракет. Это не мешает им из НЗ взять ракеты и отправить. Но так как основная задача все-таки накопление, восстановление неприкосновенного запаса, россияне будут пытаться выполнить эти же самые действия другими средствами поражения. Сейчас у них достаточное количество дронов, в том числе типа шахедов. Типа шахедов их очень много сейчас у них стоит на вооружении. А потому они будут пытаться нанести такое серьезное поражение именно этим видом летательных аппаратов. Мы это прекрасно знаем, готовы всегда и к дронам. У нас сейчас довольно-таки хорошо система работает ПВО против дронов. А вот крайние дроны из 75, 74 было уничтожено или сбито с курса. Это минимум. А ракеты мы также сможем сейчас уже сбивать процент, ну, исходя из плотности ПВО, которая увеличена раза в 3-4. Если считать с прошлого года, то мы можем сбивать ракеты в 85-90% случаев. Россияне прекрасно эти цифры знают, потому понимают, что смысла никакого использовать ракеты нет, пока у них есть достаточное количество дронов. Тем более те же шахеды, одна из основных задач шахедов – это засушить нашу систему противовоздушной обороны, то есть вытащить на себя дорогостоящие уже наши противоракеты, потому что все практически все противоракеты, которые используются нашими системами ПВО, они намного дороже, чем дроны. Почему сейчас очень важно запрашивать у наших партнеров дешевые системы уничтожения, начиная от зенитных установок, заканчивая дешевыми ракетами, даже теми же комплексами «Хоук», которые неплохо работают и по шахедам в том числе. Это старые комплексы, и ракет очень много к ним произведено, они, в принципе, будут утилизироваться. Мы могли бы их по шахедам утилизировать с этой точки зрения. То есть эта проблема понятна, готовность к ракетам есть, но я думаю, они все-таки их пока не выйдут на определенные параметры, цифры по неприкосновенному запасу, использовать не будут. А это может быть длиться еще и полгода, и год, все будет зависеть от того, как мы дадим им время восстанавливать свои силы. То есть нельзя останавливаться, нельзя зависать, нельзя обращать ни на какие предложения о замораживании фронта. Это даст россиянам возможность восстановиться и уже четвертый раз нанести, ну, я бы сказал, уже такой непоправимый удар Украине. Мы после него можем уже не восстановиться как государство, потерять свою национальную идентичность.